телефона зашел в версию, и все, и у меня вот так вот iPhone выдает. Прикольно. Красивенько. Прикольно, а Мне чем? самому нравится. Ну, вид хороший. А Да чем вот такие, сегодня? ни о чем. Вот пришел, вот телефон включил, решил попробовать. Дай-ка, думаю, попробую. И так тему никакой не задел. В принципе, да, видите, между нами, мужиками, сами понимаете, вот последние 2-3 дня, там сколько-то дней, это вот тема интервью Путина же. Ну да. Да. Ну, большое дело. Сначала... Надо смыслить. Слушай, вот эта оценка 200 тысяч, ой, 200 миллионов посмотрела. Это же, по-моему, касается только Твиттера, Да. да, оценка. А то, что помимо Твиттера там еще кто-то что-то где-то смотрел, это вообще непонятно, как Согласна. подсчитано. Там посчитать невозможно, потому что, в частности, они вырезают кусочки из этого интервью. Ну, там разные блогеры, разные каналы вырезают кусочки, там вопрос-ответ, да, какую-то отдельно взятую тему публикуют. Вот, и сколько их было опубликовано и просмотрено, да, кто же это посчитает. Я уже не говорю о том, когда они вставляются, да, в какие-то программы, которые, ну, как таковое интервью не анонсируют, но они там внутри этой программы еще что-то обсуждают. Ну Но это ж... да, это тоже Без можно контекста, но относить, тоже. да, каким-то просмотром. Но, кстати, такая бурная реакция. Но я, допустим, вот как россиянин, я честно, прям суперсенсации из того, что сказал Владимир Владимирович, для меня не было. Там, Потому что... наверное, в этом и задача не стояла, да. Да, это вот интервью было исключительно... То бишь, ну, мне кажется, такое, ну, не кажется, это и есть такая ситуация, что Владимир Владимирович нашел себе рупор на Запад, через который он может им там крикнуть. И все. А то, что россияне услышат, не услышат, это было не столь важно, потому что мы все об этом знаем уже и Да-да-да, давно оно, знаем. конечно, не на Россию было рассчитано, и не в том смысле, что, не дай бог, россияне посмотрят, да, а в том смысле, Да. что там ничего нового россияне в этом как раз-таки не услышат и не увидят. Я даже говорила с некоторыми там блогерами, да, они в основном говорят, я бы еще и дополнил. Ну, понятно. Вот, да, а то, что, ну, это действительно как послание, наверное. Знаете, есть такой Сергей Переслегин. Это кто? Ну, он, как же он себя называет, не стратег, не футуролог, а, господи, у меня слово вылетело. Ну, в общем, который задает на некоторое ближайшее будущее стратегию, да, и прослеживает, вот какие действия к чему приведут. Вот. У меня прям вот вылетело из головы. Ну, он же физик, он же военный историк, у них есть канал, ну, проект Социософт, он много вот политических вопросов там обсуждает, и у него очень интересный взгляд, вот. Но он очень такой грамотный товарищ, у него, говорю, свой интересный взгляд, я прям всем советую его смотреть. Я думала, что его и так все смотрят, оказывается, не так-то много, вот. И вот его, скажем так, взгляд, да, на это как военного историка. В том, что это было не интервью, это была первая стадия переговоров. Вот я за что купила, за то продаю, но мне эта мысль стала интересна. Слушайте, вполне возможно, что Путин наметил такие эти стишки определенные и сказал, что, ребят, вот я вам типа кинул тему, вы думайте. А Ну, там... он же, по сути, что сказал? Мы хотим жить в мире. Мы хотим с Западом мира. То, что творится на Украине, это наша проблема. Мы с этим Да, разберемся. да. С Западом мы хотим мира, а мы вам его предлагали и словами, и действием. Вот. И у вас сейчас есть возможность, мы оба притворимся, что вы сделали ошибку. Вот. И, ну, ошибка всякая бывает. Вот. Нет. И поправить дела. Причем, мне кажется, он выбрал время правильно. Когда вот сейчас, ну, уже Запад подогрелся, в достаточной мере разогрелся уже, да, и пока там пламя не вспыхнуло, он как бы дает, говорит, ребят, давайте это вот, пока у вас там со всеми не заполыхало, давайте лучше договариваться, да. И действительно придется делать вид,
что ничего не произошло, каждый постарается сохранить лицо, но, не, в общем, Владимир Владимирович тоже достаточно благородно в грязь не втаптывает. Да-да-да, он дает возможность, он мог бы загнать в угол, но он не загоняет в угол. Он дает возможность сохранить лицо и с достоинством выйти на мировую. Не Украине, конечно же. Хотя, в принципе, он про Зеленского тоже сказал, что будем с президентом разговаривать, если он, ну, будет разрешит готов. себе это сделать, да? Сейчас, пока он себе это запретил. Ну да, ну да. Ну, а вот у вас, я сегодня слышал, ну, в чат, там сам на Ютубе, есть такой в себе парень. Да-да-да, и он разговаривал с Виктором из Америки. А, да, и... вот сегодня вышел, да? Да-да-да, вот Виктор, мы с ним часто... Да, мы с ним, кстати, достаточно часто встречаемся с Виктором, так, ну, на словах попереговорим, такой, ну, классный мужик, мне он нравится. Прям, я с ним такой, один раз пересекалась, да, мы немножко говорили, я помню. Да, он прям хороший, добрый, и прям, ну, с ним приятно разговаривать. Вот, и он говорит, у вас, говорит, это в Штатах там услышали такие, да? Про что именно? Именно вот интервью Путина, как местные злопыхатели из чат-рулетки, которые кричат, что ему, типа, да, нафиг он Путин не нужен, никто этого Такера не знает, и никто его не смотрел. Есть такая теория, да. Да-да-да. 200 миллионов... В Твиттере просмотров это никто не смотрел. Ну, это такая больше... жалкая попытка совладания, да, назвать Такера, как это я у одного слышала, сбитый летчик они там называют, да. Ну, это, наверное, я так думаю, что они повторяют этот там один. Одна обзывалка зашла, и она будет гулять. Вот. Ну, там, типа, Такер весь такой маргинальный, да, а Путин весь такой изолированный. И кто вот маргинал и изолированно будет слушать. Вот. Ну, вы знаете, это уже из серии, ну, как бы врать себе, чтобы не было мучительно больно, мне кажется. Потому ну, что да, да. Тут вот прям уж настолько... А действительно, вот как вот ваше общество, ну, американское общество, как вас приняло? Ну вот я сейчас только разговаривала вот с предыдущим собеседником, он из Америки. И мы с ним, в принципе, как бы согласились в своих наблюдениях о том, что, живя в этом обществе, понять, что оно там думает по политическим вопросам, невозможно, потому что здесь все-таки политические обсуждения на вот этом межличностном уровне, они табу. Вот, и там какого-то такого, то есть сейчас есть вот это вот крайне там негативное, нестерпимое отношение, кстати, в основном этих радикальных демократов и либералов к там тем же самым протрампистам, да, например, вот, но это все равно вот в бытовой, в ежедневной жизни оно так сильно не ощущается, не отражается, поэтому очень сложно понять, чего они там думают, вот, я так думаю, что особой страстью к этому вопросу уже в массах своих люди давно не пылают. Вот. И, ну, какое-то такое некоторое безразличие, которое, с одной стороны, хорошо, да, сильно заряда нету, а с другой стороны, не очень, потому что на фоне этого безразличия, если человек услышал какое-то умозаключение, оно его просто примет как данность и пойдет дальше. И вот эти вот такие принятые некритические умозаключения не потому, что я им верю, а потому что мне, в принципе, пофиг, на меня упала информация, я ее взял и дальше пошел. Вот. Оно же тоже потихонечку создает какое-то мировоззрение и менталитет. Вот. Поэтому вот так вот. Но сказать, как люди относятся, вот просто будучи среди людей, ну, я думаю, невозможно. Я вот... Ну, я даже не представляю, как выйти на этот разговор, пресса, да, с обывателями. Пресса что-то говорит? Пресса... Реагирует? Да, в прессе бурлит. Естественно, все те же самые обыватели выходят комментировать. Вот. И я вижу очень много комментариев, которые, скажем так, не понравились бы определенной группе пропагандистов с той стороны, вот, потому что там, ну, как бы такое, ну, наблюдение, да, я вижу, что он грамотный человек,
он там культурно себя ведет. Ну, как бы вот такой вот низкий стандарт, который тоже еще добиться надо. Это же все произошло еще на фоне того, что в тот же самый день у нас суд вынес заключение по делу Байдена. На Байдена же заводили дело. А, ну да, было такое. Вот, за то, что он документы у себя хранил секретные. Вот, и вынесли заключение по делу Байдена о том, что он не может нести ответственность за это действие, потому что у него, он старенький, у него плохая память. То есть его, по сути, А. судом признали невменяемым. Слушайте, и что, и как ему теперь жить? А тут выходит интервью с Путиным, где он за 30 минут рассказывает всю историю, вот, да, и появляются шутки вроде того, что Байден заявил, что Путин врет, потому что он сам вчера разговаривал с Рюриком. Ну, потому что еще до этого, да, он рассказывал, как он разговаривал там с неживыми людьми. Вот, но там очень много чего интересного он наговорил, потом у него была пресс-конференция, вот, такое чувство, что эту пресс-конференцию, ну, вот, когда выходит интервью с Путиным, Байдену назначают пресс-конференцию, на которой, как ни странно, разрешают задавать вопросы из зала, да, то есть не он вызывает, а журналисты, ну, как обычно, пресс-конференция, к которой он явно не готов, вот, ну, такое чувство, что его подставляют. Прям Вот. сливают. Ну вот прям как будто бы его сливают, да. Может быть и сливают, может быть у него действительно нету вот прям никаких шансов получить голоса для демократической партии в следующий раз и хотят поставить кого-то более этого, ну, с лучшими шансами, Избор. скажем так, да. Вот. Ну вот кого, я, честно говоря, представить не могу, кто там. Ну, Гевин Ньюсом. Ну, вроде как говорят, вот, что сейчас он будет как вариант. Это губернатор Калифорнии. В принципе, все, что надо знать, да. Вот. И комментарии, ну, комментарии как минимум такие, да, что, ну, там, признают, что, по крайней мере, когнитивное состояние Путина намного лучше, чем когнитивное состояние Байдена, хотя, опять же, это такой сомнительный комплимент, да, там, очень невысокий этот стандарт качества, вот, но, по крайней мере, такие комментарии есть. Много комментариев, которые, вот то, что Путин не хочет войны, да, очень много на этом фокусируется. Вот, что мир, оказывается, возможен. Нам рассказывают, что мир невозможен, потому что российская сторона его даже не рассматривает. А тут, оказывается, он очень даже возможен. Вот, вот эта мысль, она зацепила очень многих. Вот. Вот это вот главное. Да, и настроения, они в сторону того, что, ну, надоело. Надоело все эти тяжбы с Украиной, особенно сейчас, учитывая, что ну, многие там политические комментаторы, да, я пересказываю то, что я слушаю, потому что я не политический Да я аналитик. понял, я Вот. понял. Я за что купила, за то продаю. У меня есть своя позиция, но я не считаю себя достаточно экспертом, чтобы свою позицию оглашать. Вот. Есть еще большое раздражение, потому что бюджеты для поддержки Украины как бы держат в заложниках наш бюджет вообще. Вот. То есть бюджет вообще не принимается, у нас почти произошел вот этот вот, как это называется, шатдаун, да, потому что, ну, потому что споры, давать Украине деньги или нет. И очень многих это раздражает. Почему наши внутренние вопросы не решаются? Потому что, ну, пока наши там конгрессмены спорят, давать деньги Украине или нет, почему мы должны от этого страдать? Вот. И вот этот вот вопрос с границей, там же постоянно вот это вот перетягивание, да? Мы дадим деньги на границу, говорят демократы, если вы дадите деньги на Украину. Мы дадим деньги на Украину, говорят республиканцы, если вы дадите деньги на границу. Вот. И получается тоже такое, ну, в глазах американца мы стоим перед выбором. Да, то есть, ну, а почему вообще, почему нас вообще ставят вот в положение такого заложника? Ну, вот это возмущает независимо от отношения там к странам, культурам, к мнениям о том, там, военный преступник ли Путин или нет, да, вот, вот прям вообще независимо от этого всего, наши внутренние дела не решаются, и это плохо.
вот эти настроения, они растут, и мне кажется, что это интервью, оно еще подчеркнуло, что наши внутренние дела не решаются, и на это нету никакой веской причины. Место. Вот. Коллапс кризиса. Ну, наверное, вакуум власти все-таки. Ясно, ясно. Знаете, давайте не буду вас отвлекать сильно. Приятно, я очень рад был вас видеть. Вот Взаимно. прям приятно было послушать. Интересно было послушать, что все-таки американская сторона по этому поводу думает, да, именно вот что там у вас говорят. Ну, я вам не Потому что скажу здесь. за всю Одессу. Вот тут опять же, да, это Но воспринимайте тем не менее, очень. вы. Видите, вы как-то непредвзято все-таки говорите, потому что я вот разговаривал с парочками ребяток, которых я постоянно встречаю в машине, и оба себя там называют блогерами, там, и типа вот там еще что-то, да, но у них вот один бывший наш соотечественник из Саратова, а другой бывший украинец, или бывших не бывает, там, Я хотела неважно, сказать, а да. больше что бывает? Вот, но тем не менее, у того и у другого очень предвзятое отношение к России. Прям очень А, предвзятое, ну, несмотря конечно, да, это из такое. Саратова. Поэтому Это то, что. жанр. Воспринимайте это как отдельный жанр. Да, да, Да. да. Поэтому вот это вот, да, этот сбитый летчик, нафиг он никому не нужен, про него знать-то никто не знает. И что вы хотите? Я говорю, слушай, ну а 200 миллионов, то это вроде как бы так нехило будет, так, ну, если так. 350 миллионов населения Америки, да, а тут 200 миллионов, это больше половины Америки посмотрело, но вы учтите, что у вас там есть дети, старики, там еще кто-то, кто не пользуется Твиттером, Ну да. Ну, да? смотрят и за пределами Америки в этих миллионах, конечно, тоже. Да. Но Ну, посмотрели, явно точно там посмотрели. вот россиян там точно меньшинство, потому что у нас только через VPN можно попасть в Твиттер. И далеко каждый будет заморачиваться вот этим вот таким делом. Тем более там, как мы говорим, там все не по-русски. Зачем нам там смотреть, когда мы на своем канале можем все это на русском языке Особенно посмотреть? учитывая, что Kremlin.ru, в общем-то, официальный сайт Да. Кремля, его выпустил. Зачем, да? Да, мы это все на русском в оригинале посмотрим, так сказать, без перевода. Вот. Соответственно, русских там нету. Это все это западный мир. То, что в Твиттере посмотрели. А 200 миллионов. Или ближневосточный, или китайский, или Ну, да. да. Ну, в смысле, за границей, не Россия. Да. Вот. Спасибо вам большое. Я буду с нетерпением ждать. Вдруг какие-то там новые события будут интересные. Мы с Ну вами еще раз да, спасибо. поговорим. Я Спасибо вам большое. записывала. Вы не против, если мы эту беседу выложим? Слушайте, выкладывайте, выкладывайте. Хорошо, Я не спасибо против. большое. Да. Всего доброго. До свидания. До свидания.